being the only NA team that gets to compete in this tournament, you get to play against all the other metas in different regions, and really no one's going to significantly change their style before coming to MSI. It's like you only had a week or two, which is a decent amount of time, but pretty much everyone's just going to clash meta-wise to see what's the best. С возвращением, дорогие дамы и господа, на трансляцию Riot Games.ru Midseason Invitational. И Афрома вещает. Да, Афрома сказал, что так как они единственная команда из американского региона, а тут есть еще 5 других регионов, и он сказал, что каждый играет по-своему, у каждого своя мета, и у них было до MSI всего лишь 2 недели, чтобы подготовиться к этому и адаптироваться ко всем другим метам, которые присутствуют на турнире. Он, случайно, не капитан? Слишком много капитанских каких-то... Слишком много говорит. Он есть капитан? Да? Да. Ну, капитан, ты по нему и скажешь. Ты же тоже вроде капитан. Ты не знаешь, какие у капитана есть обязанности? Капитан много говорит. Капитанить, да. Сейчас тотальное капитанство было. Единственная команда из НА. Здесь другие регионы есть, оказывается. А я-то думал. У всех своя мета. У всех своя мета. Нужно адаптироваться. Кого-то плохая, кого-то хорошая. Было всего 2 недели потренироваться. Кто-то играет на Элизе. Ты когда начал говорить о том, что мы единственная команда, которая проиграла Турции. Но оказалось, я тоже так думал, что он скажет. Но он как-то, знаешь, на этом интервью закончится. Так задумался, так почесал в голове, говорить, не говорить. Ну да ладно, обсудили ролик. Матч сейчас действительно будет CLG против Supermassive. И CLG в прошлый раз турка все-таки победили. Хотя игра, как мне помнится, была такая... Не-не, проиграли вчера же. Это самая такая... Матч дня. Уволен. Да. Нет, уволен он. Нет. Но он об этом еще не знает. На самом деле, если посмотреть на прошлый драфт Supermassive CLG, во-первых, Supermassive играли на синей стороне, сейчас CLG будут играть на синей, и CLG тогда позволили Дамблдогу отыграть на барде и отдали на роли Бланк. Да, то есть идеальный фактически драфт был для Supermassive, потому что, во-первых, мы, и, наверное, многие считали, что Stalmage на Kindred не умеет отыгрывать, он отыграл великолепно. Многие думают, что он вообще не умеет отыгрывать. Да, но в итоге оказалось, что все-таки это не так. Stalmage, наверное, сыграл свою лучшую игру за всю его карьеру. Но, например, сегодня против кого он там играл? По крайней мере, на этом турнире он на Kindred неплохо играл. Да. Ну, кстати, может, за всю карьеру, кстати, Шаркс правильно подметил, но когда ты играешь 7-1 против топ-1... 7-0. А потом на миде уже. А, ну ладно. Подубили. Ну, 7-0, да. Против топ-команды Северной Америки, который, между прочим, там за регулярку была там не самый топовый, но выиграла там Immortals в одной игре. Потом, а Immortals считались прям нереальными грандами. Да, потом TSM выиграли Immortals, а CLG выиграли TSM. Следовательно, CLG больше, чем обе эти команды. Следовательно, CLG... Короче, турки молодцы. Выиграли сильную команду. Да. Сформулировал. Ну, вообще, я думаю, что на данный момент красная сторона чуть посильнее, потому что на красной стороне вы можете забрать 2 сильных пика. Да. Но при этом, когда Kindred остается открытым и 2 других лесника забанены, тогда синяя сторона кажется сильной, потому что каждый раз, когда Kindred у нас пикается, она и выигрывает игры. Да. То есть на данный момент Kindred из 9 игр из 10 игр проиграла только 2. Правильно? Это да. Так. И вот игры еще только 2. Такой на заметку, то, что первые начали first пикать Kindred, именно CLG, и поначалу у них было именно 2 победы за счет этих пиков, а в 2 других играх было 2 поражения, где Kindred они не брали. И в частности, вчера они побрезгали first пикнуть Kindred. Вчера они не могли. First пикнули Kindred против них, да. Супермассивы, и Kindredка сыграла против них. Да. Мы посмотрим, что будет в этой игре, потому что здесь... На них first pick, да, у турки. Как разыграют его? Будет у CLG first pick. А? У CLG first pick. Да, у CLG, я говорю, у CLG first pick. И, следовательно, будут ли они... Во-первых, будут ли турки банить Kindredку? Я думаю, будут. Потому что здесь нужен этот бан. Будут ли банить барда? Kindredку можно first pick. Я думаю, что барда надо банить, потому что у Supermassive все-таки будет на первой фазе драфта 2 пика. Да. И, скорее всего, один из этих пиков они как раз-таки потратят на барда, при условии, что бард будет открыт. Мне еще интересно, будет ли Алистар в этой игре. Потому что Алистар, как мы помним, вроде на вайлдкарте Алистар был такой один из самых таких главных чемпионов тоже решает, потому что если вы не баните, обязательно та команда, у которой он оказывается, делает слишком много на карте. То есть все игроки, все саппорты приехали с натренированным Алистаром. В принципе, чемпион стал еще проще после изменений механики ВК комбо. Потрясающее изменение. Теперь тут
То есть Дамблдор, кстати, зафейлить комбу почти нереально. Ну, реально, конечно. Ну, бывает, конечно. Ну, Сулуку я видал тех, кто фейлит до сих пор. Да, бывает. Хотелось бы отметить, что прошлая игра между Supermassive и CLG — это единственная игра, в которой Алистар прошел сквозь пикбан-фазу. И никто его не взял. Дамблдор не играет на Алистаре, у него свой специфический чемпион. Хотя в последнее время у нас радует пиками. Там Браума пикал. Моргана пикал. Но Браума как бы не очень хорошо у него. У него еще есть трэш. По крайней мере, он его уже взял, это уже радует. У Дамблдога есть Поппи Стар и Элис Стар. А вот Афрома, он такой, он больше утилити саппортов любит. Морган, Жан. Потому что он играет на Поппи и Элизе. А, окей. И думает, что он может выполнять те же функции, как Элистар, если он играет на этих чемпионах вместо Элистар. Да, кстати, ну, на самом деле, Элиза... Кстати, а получается, так посмотреть, у нас два игрока поддержки, у которых чемпион пул довольно сильно отличается от остальных всех саппортов. Жанна, Сарака, Карма, у Афрома есть Барт, да, которого он не особо пока там как-то нам показывал. У Дамблдоджа Трэш, Элиза, Поппи, Барт. И вот Браун еще один раз укатывал, и Моргана. Нет, то есть, за Брауном все играют. Ну просто там Трэш и Моргана — это как контрпик Барда он использует. В основном у него всего три саппорта. Это Бард, который зачастенько банится, Поппи и Элиза — это уже как такой вариант троллинга небольшого. Ну, также хотелось отметить, что у Афрому, когда он играл на Брауме, и также и Браун Дамблдога, они были very жиденькими. Зябкие так. Вообще плохо заходит, на самом деле. Да, пока что... Нет, по-моему, Sword Art был хороший Браум, но он такой Браум-инициатор, прям жесткий такой. Ну да, он там с флеша прыгал. Но опять же, на нем он первую игру свою выиграл, а вторую он на нем проиграл. Да. И после этого решил, что будет пикать Алистар. Такой 100% вариант. У Браума винрейт пока что 25%. Так что одна из четырех. О, неплохо. Пикаешь Браума такой... Эники, Бенники, или Вареники. Если выпало вот на это один из четырех, тогда ты выигрываешь. Во всех остальных случаях. Ты проигрываешь. Да. Вне зависимости от драфта. Ну, знаешь, это как-то странно так говорить. Ты драфтишь и говоришь, что проигрываешь вне зависимости от драфта. Я думаю, это... Ну, я имею в виду вне зависимости от остальных чемпионов. Так будет правильно? Наверное. Все равно не очень. Одобряешь? Нет? Нет. Ладно. Ну, мне просто кажется, что причинно-следственная связь нарушена. Потому что ты как бы делаешь вывод о том, что чемпион плохой по статистике, по его винрейту, тогда как винрейт создается, статистика создается, потому что игроки на нем плохо отыгрывают и композицию не реализовывают. Сложно. Очень сложно. Мне кажется, Браун такой чемпион, на котором он несложно его отыгрывать. Он, в принципе, простой по механике своей. Не тот Барт, допустим, который очень сильно зависит от твоего скилла. Да, на самом деле, вот Барт как раз, его даже иногда, наверное, боятся. Вот как раз предыдущая игра, но вообще корейцы не особо любят Барда, насколько я помню, и мы еще... Все азиаты его недолюбливают. Да. Не то, что недолюбят, они просто не играют, недооценивают. Да, мы еще на вайлдкарте, по-моему, обсуждали, что... Да, то, что и в Китае, по-моему, там одна-две игры было, в Корее почти не было игр с Бардом. И что, как приедут сейчас с вайлдкарта, ну там, если бы Ликрид приехал, то Ликрид, так, приехал Дамблдодж, значит, Дамблдодж, приедут с Бардом и покажут азиатам, там, блин, если бы Ликрид приехал, то Кузькину мать бы показал. Понимаешь? А так не скажешь. Но Дамблдор тоже, кстати, показывает. Сестру показывает. Что? Ну, Барда побаиваются все, побанивают. Даже про ЦСКТ банят. Да. Против Супермассива банили Барда. Ну, правда, Бард, он слишком много дает. Опять же, Дамблдор, эти станы по двоим. То есть он видит эту ситуацию постоянно, он видит возможность, он делает то, что, ну, на что Бард как гораст. Каких вы банов ожидаете от CLG на синей стороне против Супермассива? Скорее, вот сейчас начну с Супермассив. Я ожидаю бана Kindred в любом случае. То есть Супермассивы должны выбрать этого чемпиона. Да, тогда и Нидали. Возможно, и Нидали будет забанен. Но непонятно, тогда они оставляют Грейвса и его забирают на ферст пике. Ну, на красной стороне CLG банили Нидали против Супермассив. Нет, на синей стороне Супермассив банили Нидали против CLG. Да, ну, кстати, я не помню, Стоумейдж играет он на Нидали? Нет, Нидали у него не очень хорошо заходит. Иксмити зато играет, и играет не очень. Почему? Не знаю. Он хорошо отыграл. Но если вспомнить, кстати, американские плей-оффы, то по механике Иксмити был очень хорош. И, кстати, хайлайты из американского гранд-финала как раз-таки в основном были со стороны Иксмити. Да? Так, поехали, фаза драфта, и первый же бан — это бан Физап. Почему? Потому что вы выпустили Фафабулоса. И он прям Фафабулос, он такой с улыбкой встречает этот бан, потому что он понимает, что это против него нацеленный бан. Кстати... Меняем обратно. Ремейк, плиз. Бан Барда от CLG.
Да. И на самом деле бан-фаза совсем не такая, как я ожидал, честно говоря. Бан Кейтлин, бан Райза. Но бан Кейтлин. И сейчас Киндред должна быть. ТФ забанили. Мидали. Вот настолько. Киндред ферспик будет сразу, да. Мне кажется, турки уже проиграли драфт. Ну что, посмотрим, как они этот драфт разыграют. Забанили ТФа. Вот yeah. Настолько они забоялись в турецкую коллективу. Люцен она сразу забирает, потому что пока что у Сикса два лучших его чемпиона — это Кейтлин и Люцен. Кейтлин в бане, следовательно, Люцен она стоит, конечно же, забирать на первой фазе драфта. Mm-hmm. И тогда Сикса, скорее всего, будет играть на Сивирке, и CLG будет использовать Maokai. Сетап. Там Свир, Maokai, например, так вот далее. Вот сейчас бы Maokai турец, кстати, да, супер массивом надо забрать. Но не стоит забывать, что Даршан не так любит Maokai. То есть он лучше бы на попе Найка отыграл. Вот, да, об этом я хотел сказать. ЛБ в прошлый раз банили против как раз таки... Нет, G2 банили против Супермассив ЛБ. И поэтому на ЛБ может и сыграть саму Хуки, и нужно было ее забирать. Хорошо пока что драфт, вот, именно ответку, да? Вот да, в целом да. Не очень хорошо для турков пошло начало драфта, да? Но вот ответ на Kindred, то есть в той ситуации, в которой они оказались, вот это хороший ответ. Они забрали... сразу комфортного чемпиона для Нару, и также украли и у Стикса, и Люцена. То есть и для Ачо он комфортный. Да, и для Ачо, конечно же. То есть пока все идет более-менее. О, и все-таки пикается у нас... То, о чем я говорил сегодня ранее, если Калиста и пикается, то надо забирать ему Maokai, потому что Maokai контрит Калиста. Да, да, очень жестко. То есть он на нее плотно садится, не дает возможности распрыгаться. Вот теперь уже реально все плохо у Супермассива после вот такого пика. И, кстати, очень хорошая связочка также Киндред и Калиста, потому что когда вы все запрыгиваете ульту, Калиста просто с Хурикейном настакивает копья, и после того, как ульта Киндред заканчивается, просто взрывает. Калиста получает хексакил. Хексакил? Да. Почему хекса? Не знаю, там слишком много урона. Слишком много. Так много копий, что из них можно сделать отдельного чемпиона. Что бы вот такое сейчас? Неплохо, неплохо. Что бы вот такое сейчас супермассивом пикнуть, чтобы прям перевернуть хотя бы что-то в этом драфте от силы же? Я думаю, стоит, когда вас уже передрафтили в симфайте, надо пытаться пикать выигрышные линии. Сплитпуш? И просто, да, сплитпуш, выигрышные линии и комфортных чемпионов. Просто вот... Брать эко сейчас в Maokai, но это вот мне не нравится. Я бы Трандл взял на самом деле здесь. Мне кажется, что Трандл неплохой вариант. Он сплитпуш дает, да. Он и Maokai подкантривает. Да, но они решили все-таки забрать эко. Да. Возможно, кстати, мы увидим Трандл саппорта от Гамблдова. Может быть. Ну, не исключено, но мне кажется, маловероятно. Кстати, Трандл очень хорошо работает против Калисты. Потому что... Должен, да, да. Это бабыху тыкаешь. Бабыху. Но на самом деле не очень работает он против Калисты, потому что Калисты перепрыгивает камень просто и все. Но у нее же замедляются прыжки вроде из-за... Замедляется, да. Камень она все равно перепрыгивает, и это очень неприятно. Недавно как раз с Луку играл и... Доставила мне. Ну, понимаешь, ты играешь с Луку на D2, там тяжело механику чемпионов. D1. Та-т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 а-
Ничего не знаю. Был мастер. Да и сейчас вроде. А, вроде? Да, ну, не вроде, а точно. Не проверял еще. Да это, блин, надо инактив отыграть. Не, не знаю, просто уничтожили на самом деле своим драфтом. Это. Да, драфт очень хороший. CLG сейчас еще добирает Сараку, а Сарака... Во, Леона, кстати. Нет. Почему нет? Леон, го Леон. Почему нет? Го Леона. Мне кажется, очень даже. Она по Калисте, если разыгрывает, то Калиста... Тут надо разыгрывать именно по Киндрит тогда получается, потому что по Калисте ты можешь разыграть, Киндрит накроет ультой, и вся твоя инициация сойдет на нет. А потом там Маукай, Сарака все выхилит, кинет вам сайленс на вашу инициацию. Не знаю, нет. Ну да, кстати. Тут да, точно не вариант, не вариант. Ты прав. Опа. Опа-на. Опа-па. Ну, Элиза, вот тут на самом деле, вот Элиза, она может зайти только потому, что он, если засноуболит, как вчера катку, будет очень хорошо. Просто если он возьмет сейчас... А, так уже есть Грейвс для него. Так что Поппи. Окей. Окей. Поппи будет все-таки для Дамблдоржа. Будут играть на том, на чем умеют. Том, на чем знают. И на самом деле пик CLG очень хороший. То есть связка Сарака Калиста. Ну, да, здесь если бы была Леона, то она бы вообще ничего не смогла сделать. Потому что Сарака кидает под ноги сало. Ну, там, на того... на кого летит Леона, и все. Леона ничего не может сделать. Тут это да, и к тому же, ну, CLG просто по факту... Кстати, а такой передрафтили. Вопрос... Просто передрафтили. А такой вопрос, пока мы все еще с нашей студии аналитики. Если Сарака кидает, допустим, Леблан летит на кэри. Если Сарака кидает Сайленс под кэри, Леблан может вернуться на исходную? Нет, нет. Она застревает там на время Сайленс. Да. Он лаки. Кстати, а Леона насчет Сайленса Сараки, она может, то есть она врубает вэшку и кушку до того, как она прилетела на точку, так что Леона даже под Сайленсом Сараки. Ну, а здесь Леона уже не выдает свой прокаст. Так, также, кстати, это будет работать и с Поппи.
ну, когда Поппи будет станет, то она не сможет ни ультануть цели, она не сможет ни W поюзать, потому что она просто будет стоять сайленс. Да. Нет, это, в этом плане Сарака очень эффективный вариант. И также связка Маокай и Сарака очень хорошая, потому что когда Маокай рутает цель, и да. Сарака просто кидает туда сайленс, то цели очень тяжело что-то сделать. Тут можно еще упомянуть, что Калиста Сарака, который Immortals обузили полсезона, да. На. То есть там ультуешь, ну, Калиста ультует свою Сараку, кидает ее. Сарака прилетает, подкидывает, кидает под себя сайленс, идет цепочка такого контроля. Да. Да, то есть Сарака еще замедляет достаточно сильно свои кушки. Это не стоит недооценить, потому что тот ап был очень крутым для Сараки. Он сделал ее реально опасной. Если я правильно помню, мы с Ромой и Вейлхартом как раз таки смотрели то, как делает раскачку Афрома на Сараке. Он качает два раза кушку и потом максит хил. Да. Турка будет очень сложно играть эту игру. Да. Ну, давайте посмотрим, дорогие дамы и господа. Турция против CLG. Туркам будет очень тяжело играть эту игру. Цитата Зак 2016. И посмотрим, смогут ли они хоть что-то показать против команды CLG. Между прочим, для CLG это матч-реванш, потому что они против Супермассива вчера проиграли. Да, естественно, не хочется проигрывать два раза подряд. Это слишком обидно, особенно для региона, который в кои-то веки сильнее выступает, чем Европа. Сейчас у CLG счет 3-2. Я бы сказал, сильнее, чем Корея. Оу. Да, и через сильнее, чем Корея, но Корея как-то уж совсем сегодня опустилась. Да. Тендер Поппи, Тендерлорд Поппи. Тут на Дамблдор же, как всегда, он супер агрессивен на ней. Я, кстати, в прошлой игре хотел отметить, чей-то кейстон. Я забыл. Чей? Я не помню. Хорошо, какой кейстон хотя бы? Я не помню. Я забыл. Поэтому я тебе говорю, только помнишь тот факт, что... Да. Это знаешь, как со снами. Ты вроде помнишь, что тебе что-то снилось, но что именно ты уже не помнишь. Да. Мне, кстати, сегодня приснилось это поражение с КТ 0-2, поэтому я думаю, это был вещий сон. Наверное, просто у тебя был флешбэк со вчерашнего дня. А, думаю. Я настолько впечатлился сильно, что мне приснилось. Ну что ж. Хуки здесь забирает трех остроклювов, что очень хорошо на начальном этапе для мидлейнера. Ну и Арус сразу же играет по Хуке агрессивно с дисторшеном. Ну и тут свап идет от команды CLG. Насколько CLG-шкам здесь выгодно играть свап, непонятно, потому что все-таки Сарак и Калиста, они весьма неплохи на лейнфазе. С другой стороны, им первые уровни пережить против Поппи, который может пройти в очень сильную агрессию, да, и с Игнайтом. Уничтожить Сараку там за счет тоже Калиста, то есть они очень сильны с Люцином. Поппи Люцин против той же Калиста и Сараки, да, на первом уровне, например, на втором. О, здесь он может умереть Хуки, барьер проходит от него, Фрома появляется здесь, флеш Цинару через стену. Я что-то заговорился прямо, тут появляется очень много игроков команды CLG, Нару в опасности, он пытается уйти, у него же нет ни флеша, ни игнайта здесь. Подходит Дамблдош, спасают Нару, здесь Xmite его уже никак не убьет, и хорошее здесь действие со стороны супермассивов уже, я бы сказал. Тут вся команда, знаешь, как-то так поднапряглась, подбежала к нему и бросили пушить вышку на нижней линии, только чтобы спасти своего мидера. Это очень от Афрому такое чизовое решение, то есть он прибежал на мидлейн, стопа прям весь этот путь прошел на Сараке, на первом уровне. Но ситуация, в принципе, получилась равная, то есть точно так же, как Supermassive отложили взятие вышки Т1, так же и CLG с этим особо не спешили, потому что и Даршан подходил на мид, и, как ты заметил, Афрому был первее всех. Интересненько здесь проходит ситуация, но Supermassive должны забрать эту вышку и быстрее, чем CLG, хотя очень неоднозначно пока что. Сарака и Калиста вместе с Маокаем, я бы не сказал, что прям блещет скоростью уничтожения вышки, в отличие от того же Эко с Луцаном. Это что-нибудь побыстрее все-таки в этом плане. Стомейдж подходит на мид, он второго уровня, прибегает чисто подфармить, позапушить против Азира. Фабулос забирает эту вышку, ну и одновременно, прям вообще одновременно, идеально забирает башни. Мне кажется, что турецкая команда на этом турнире, наверное, первая и единственная команда, которая реализует и уже по факту реализовала замену игрока. Да. Они дважды выпускали Фабулос играть на физе, показали, что, дескать, вот у нас есть только игрок, который играет только на физе. Ну, не только, Фабулос. Но суть в том-то, что они сейчас выпустили Фабулоса, чтобы стянуть от CLG таргет-бан. Ну, это, кстати, да, это было прикольное решение, и тут Даршан, скорее всего, забоялся физа от Фабулоса. То есть мне нравится именно респект от команды CLG.
Да просто непонятно, как против этого физа дурацкого играть на топе. То есть понятно, что в тимфайтах, если до них дойдет, и если физ не расфижен просто неадекватно, то его эффективность очень маленькая. Ну, я бы не сказал, что его эффективность маленькая. У него достаточно хороший пул именно способностей для того, чтобы реализоваться в драке. Вопрос в том, будет ли он эффективнее МОК, вот это вот спорно. Но в целом он неплох. Ну и вообще, кстати, если CLG собирались брать Маакая, то физа можно было не банить. Нет, как раз таки физ, он прессует очень сильно на линии Он Маакая. Прессует Эко, он прессует Поппин, но не Маакая, потому что Маакая гораздо больше сустейна, и Маакай гораздо проще запушивает линию, потому что физ, чтобы запушить линию быстро, должен тратить свою Playful Trickster. Маакай делает одну куху, а может саплинга кинуть, но обычно даже саплинг не тратится, потому что саплинг много маны жирает. Я бы после игры спросил об этом Зак. Я думаю, он нам скажет. Главное напомните. Ну что ж, тем временем супермассивы забирают вышку Т1 на топе. Тут, ну, абсолютно зеркальные действия. При этом CLG заберут дракона, а супермассивы заберут Герольда. И вот главный момент насчет этого размена. Смогут ли супермассив после убийства Герольда забрать какую-нибудь еще вышку? То есть Т2 на сайдлине, либо Т1 на миде. Но на сайдлине они уже забрали Т2. Они, скорее всего, не пойдут. Потому что с Герольдом Т2 реализовывать очень опасно. Люциан уже бэкнулся. Тут нужно было на Люциана, наверное, оставлять этого Герольда, если они хотели идти на Т2. Потому что Грейс на 4 уровне плохой собиратель вышек. К тому же ему нужно фармить. В конце концов, лесник. Да, но когда идет пуш Т2, то лесник тоже выходит на пуш этой линии. Так что тут все абсолютно правильно. И не стоит забывать о том, что баф Герольда дает 40 скорости передвижения. То есть лесник будет быстрее передвигаться по карте. Это даст возможность том эйджу появиться там, где он нужен. Ну, в общем, я не думаю, что баф Герольда здесь будет реализован на пуш. Окей. Мид к этому не располагает, поскольку здесь Азир, и он очень быстро отпушивает. Вау. Меняются местами на рокировочка. Интересно. Причем Хуки мог дать ультимейт, но до этого сейчас дает. Нару получает удар от вышки. Здесь проказ пошел, Хуки много здоровья потерял. Дамблдош выкидывает его с помощью своего героя чаржа, выживает Нару, но здесь появляется Даршан. First Blood в пользу CLG. Дамблдош с Фабилосом пытается убить Даршана. Фабилос идет очень далеко, забирают Хуки прямо под вышкой. Отличный ответ со стороны Супер Массив. И Фабилос теперь с килом. Размен 1-1, First Blood забирает Counter Logic Gaming, но при всем при этом они потратили очень много саммонеров, я имею в виду CLG. То есть Хухи потратил и флеш, и барьер. Даршан потратил также флеш-телепорт, в то время как Супермассив отдали... Нет, Нару сохранил флеш. Ну, ты смотри, Дамблдош отдал 2 суммонера, Фабилос отдал 2 суммонера, и Нару отдал Игнайт. По-моему, Супермассив больше суммонеров отдали. На один, как минимум. Фабилос играет по фраму второго уровня Сарака. Что она здесь делает? Но очень проблемы здесь есть у Супермассив. Фабилос умирает, Эксмити уже шестого, он кидает свой ультимейт. При этом Сарака влетает на 100 мейдж, да? Здесь Люциан раздамаживает Сараку, уничтожает ее в пух и прах. Стиксей при этом заходит очень далеко, но для него это даблкил. Его убьют, но это размен 2 в 2. Эксмити, 2 в 3. Заняли. Он попытается сейчас. Чу флешнулся, лишь бы догнать этого Эксмити, который от Нару умрет. Не экзекьютница. Да, не атачу. 2 3 размен в пользу команды Supermassive. И это хорошо для турков, потому что у них сетап, который будет хорошо показывать себя, хорошо будет реализован именно на раннем этапе игры. Запушивает Нару, используя Double Distortion. Double Distortion, да. Вот драка, конечно, интересная здесь была. Афрому пытались заловить, но не вышло. Дабл неплохая от Фабилоса, он дал ему щит, но все равно то количество копий, которое набил за Сиксей, ему просто полностью уничтожило. Вот от Фрому врыв по 100 мейдж, да он тут дискуссионный, потому что он подставился таким образом, его моментально уничтожили здесь, и Стиксей смог в итоге добить Грейвса. Но сам таким образом погиб, и здесь Эксмити, кстати, очень тоже неоднозначное решение с его стороны, потому что он, по-моему, флешнул через стену, но, видимо, для того, чтобы не умереть от Нару. В итоге это привело... Мне скорее казалось, что он не хочет давать килл Люцину. Потому что заденаять килл экзекутом почти не было никакой возможности. Там нужно пройти 12 секунд с последнего получения урона. Да, ой, по Хуке пошел проказ. Нару практически его забирает. При этом цепочка прокает. Хухи в опасности. Дамблдош. Окажись он здесь на пару секунд раньше, то Хухи бы умер. 100%. Но опять-таки, у Дамблдоджа нет саммонеров, чтобы сыграть, дать какой-то стан в стену. Хухи просто держится там ровно по центру линии и не подходит к...
стене, к вышке, об которую можно Дамблдоджу было бы застанить его. Дамблдодж — это, наверное, один из немногих игроков, вантрикство которого действительно вызывает какой-то, я не знаю... Я бы не сказал, что он такой вантрик, потому что мы видели его по меньшей мере на пяти разных чемпионах. Но он, ну, большинству, там, я думаю, зрителей, и вообще многим, ну, мне в том числе, он запомнился именно как вантрик на попе. Но, как бы, термин сам вантрик подразумевает, что человек ни на чем другом не играет, в принципе. Тот факт, что он играет на попе, а все остальные не играют, просто выделяет его как... Может быть, я, да, не прав немножко в термине, но для меня он поппи-мейн. Вот так. Да, вот, поппи-мейн — это, пожалуй, лучше заходит, потому что, действительно, никто больше на поппи-саппорте не играл. Прав. Был какой-то период, когда у нас Поппи только получила все эти изменения, пробовали ее в лесу, пробовали на поддержке, но несколько последующих нерфов оставили ее только на верхней линии, где она может получить предметы и собрать себе Iceborne Gauntlet, который позволяет вот второй прок, довольно сильный, у кушечки почти всегда реализовывать по цели. Просто Дамблдодж, вот он очень, на мой взгляд, хорошо чувствует Поппи. То есть он как-то за нее прям знает моменты, знает, где, что и как. И у него просто получается ее реализовывать раз за разом. Ну, наигранный чемпион. Ну, бывает такое, что ты просто наигрываешь чемпиона, и ну, не всегда удается его реализовать, или что-то все равно не идет, а тут прям Дамблдодж. Ну, и Дамблдоджу тоже не всегда удается реализовать. Достаточно вспомнить игры на Поппи, когда он проигрывает линию, начинает ромить, никого не может застанить, например, об стену. Сейчас игра идет очень даже неплохо. Он поучаствовал в 75% киллов своей команды, и тот килл на миде был сделан во многом благодаря ему. Ну, посмотрим, что будет дальше, потому что здесь Наро пытается играть по Хуке в очередной раз, проказ пошел здесь, ох, Эфирил Чейн попадает от Наро, Хуки будет здесь прибит к месту, где он стоял, но ответ хороший, здесь, о, Стиксей пытается играть по Ачу, а Фрому дает очень много лечения, здесь телепорт Фафабилоса пытается добить Стиксея Ачу, но ничего не получается, Фафабилос с телепортом сюда пришел, и это может быть печальным концом для Фафабилоса, потому что здесь Эксмити играет по нему, Фафабилос еще и разворачивается, пытается побить Сиксмити немного, получает 3 стака, и вот его ускоряет, но в итоге все равно поздоровье очень много потерял, и его почти убили. А тем временем CLG на мидлейне сносит вышку. То есть сейчас CLG всю ситуацию выигрывает, по сути. Ну, early game более-менее идет ровно, то есть то одна команда забирает киллы, то другая, но по макроигре CLG выглядит понимающими, что они делают. То есть все их перемещения связаны с четко поставленными вопросами. Допустим, мы хотим забрать эту вышку? Да. Мы можем? Да. Окей. Значит, мы там перемещаем Маакая туда-то. И наш бутлейн идет туда-то. У Супермейсов, наоборот, более отвечающий такой геймплей на все подобные мувы. Там сейчас показывают, как Эксмити зонил Дамблдоджа. Не совсем понял. Да, по-моему, Дамблдодж выжил. Тут явно не рассчитывали в Супермейсов. То есть тут пошла мискоммуникация. Они не рассчитывали именно... Сначала драться, потом Ачу, видимо, понял, что он не уходит, дал кол на то, чтобы ему помогли. Если бы сразу Фафабилос дал свой телепорт, если бы они не тянули так долго, может быть, бы Стиксей удалось убить, там, пускай разменять один в один на Ачу, но как минимум не была бы смерть. Здесь, проблемы могут быть у Xmate. Здесь прокаст от Stamage не пошел, он не решился его делать в Xmate и принял решение уйти. Collateral Damage отдает для того, чтобы перепрыгнуть через стен. Да, нужно было уходить, потому что 4 человека из CLG, которые идут на дракона, явно они даже не заметят этих двоих из Супермейсов, засевших в кусте. Ну там, да, просто... Ну хотя там Поппи могла вбить в стену попытаться. Но у Стамейджа, я думаю, не хватит урона. У него один воитель, и тут еще и Маакай был готов подойти. Да, 5 игроков CLG бьют Дрейка. Купол летит от Эка, но, естественно, ничего уже не сделать. Счет пока что 4-4, разница вроде 400 золотых, но... Все равно по игре ощущается, что CLG явно здесь доминирует и пока что активно лидирует. Просто это ощущение, как мне кажется, создается из-за того, что они контролируют драконов. Драконы в последнее время стали своего рода, знаешь, таким фактором, который ускоряет игру. И тот, кто настакивает 4, обычно там к 30-й, к 40-й минуте игру подводит к такой завершающей черте, что если вы не будете сражаться с нами, значит вы проиграете. Ну, тут драконы, да, это фактор, которого нужно опасаться. То есть, и во-первых. Во-вторых, это показатель того, что ну, команда будет ну, больше готова к поздней игре. Но это еще не значит, что команда там ее выиграет и так далее. Да, безусловно. Когда 4 стака, это просто подводит к тому, что
сражение неминуемо. А вот как она пройдет, это уже зависит от команды. Да. Дракона, конечно, в отличие от барона, забрать гораздо проще. Даже драка на драконе, ну, может быть выиграна со стороны той команды, которая этого дракона, собственно, берет. В отличие от барона, где в основном приходится отступать. Но посмотрим. CLG сейчас очень сильно давит команду Supermassive, и на ботлейне потихонечку бьют вышку второго уровня. Вопрос в том, как CLG, как Supermassive смогут на это ответить, потому что Нару находится на мидлейне. У него нет телепорта, и он продолжает пытаться создать условия для того, чтобы снести вышку первого уровня. Но это достаточно медленно такое. Ну, ничего. Таршан Таршана играет, он сразу же выфлешивается. Решили здесь не продолжать никакую борьбу, ни Supermassive, ни CLG. И когда Маокай без флеша, это открывает двери для более агрессивной игры Supermassive, потому что у Даршана не будет возможности резко заинициировать драку за счет там флеш-В. Дамблдош. Нару тем временем выкидывает с помощью ультимейта Хухи. Нару делает флеш плюс В, но это его не спасает, а Фрома получает убийство. И теперь Нару остался и без флеша, и не запушил линию, и вышку не снес. Для турецкой команды тучи сгущаются, так что прогноз на эту игру действительно неблагоприятный. Не все так хорошо, как, возможно, хотелось бы. Фафабило себя показал на первых этапах. На ранней игре. Сейчас немножко все-таки фармы проседает и так далее. Нару здесь, Нару просто вернулся, чтобы сбить рекол. Хороший сайлент был. Азиру. Отфлешивание. Последний выстрел. И все. Нару допустил ошибку серьезную. Сыграл на агрессии. То, чего нельзя было здесь делать в этой ситуации. Кстати, Фрома, опять же, качественный сайленс. Если бы не сайленс, то Нару бы выжил, скорее всего. Тут... Фрома пока что единственный, кто играет на Сараке в этом турнире. И действительно, его чемпион-пул во многом отличается от всех остальных саппортов, которые играет там Алистар Браун. И за редким исключением добавляется, Барт в меньшей степени. Какие у нас еще саппорты используются? Такие? Трэш. Трэш, да. Трэша-то у нас как-то мало было. В основном Браун, Алистар Браун. Вот интересно дальше, как пойдет игра, потому что все-таки CLG уже получили необходимое преимущество. У CLG более сильный сетап в лейте. То есть непонятно, что с супермассивом делать в лейт-гейм вообще, потому что у CLG есть и Азир, и Калиста, и Kindred, то есть и Маокай, эти четыре, да и Сарака, в принципе, все эти пять чемпионов в лейте очень сильные. То есть здесь нет именно таких каких-то слабых сторон у CLG. Если бы был Трандл в этой игре, то супермассивы, в принципе, по сплитпушу бы шли хорошо, там, с ТФом тем же, да? По контролю карты бы могли что-то показать, подловить кого-то. Но вот в текущем сетапе у них есть Бланка, которая может с фланга выцепить Калисты и попытаться ее ваншотнуть. Но в ответ есть у CLG Сарака, который дает сайленс, который кидает экзосты, который подхиливает Калисту так, что... Бланке может двух прокастов не хватить, чтобы убить Калисту. Это, конечно, совсем утрировано, тем не менее. И супермассивы им просто непонятно. Тимфайты они выиграть не могут. Это будет очень сложно сделать. Непонятно, какие условия для этого вообще здесь нужны, потому что у супермассивов нет того оружия. Хотя вот Дамблдош пытается заинициировать Хухи. При этом подкидывание не успел дать. Калтрал Дэвид и стан по двоим. Вот это хороший момент здесь. Поймали неплохо. Фабил Султанул, но все еще живы. Все CLG, они еще разворачиваются. Пытаются поиграть, а Фрома подставляется, но в итоге не умирает. Ой, Даршан тем временем реинициирует. Играет по Дамблдоджу и забирают. Поппин, вот о чем я говорил. Неплохая инициация была от Фабиуса. Он поймал двоих. Да. Но потом он испугался, что его ваншотнут, и вернулся, когда у него было еще где-то, там, 1/4 хп. Обычно, если вы так инициируете, то нужно идти до конца, почти до конца, когда на грани. Эксмити, Нару не умрет. Эксмити падает, и это убийство для Лебланки. Важное достаточно, потому что в итоге после такого командного сражения Супермассив, по логике, после того, как они хорошо заинициировали, хорошо провели драку, поймали, когда не было Даршанов у CLG, они должны были эту драку выигрывать, получать что-то для себя. Но не получили ничего, в итоге Нару за счет этого убийства все-таки что-то в итоге всего этого противостояния что-то получил. Вопрос, будет ли этого достаточно, непонятно.
Здесь 4 на 5. CLG да. сражается, Дамблдор не станет хухи. Дамблдоджи откидывают. Этот стан по двоим. Нужно было обязательно убивать Афрому, но тут выбивается два флеша из ботлейна команды Control Logic Gaming, и поэтому дотянуться до них не получается. Плюс у Эко закончилась мана, а Дамблдодж почему-то пошел в сторону от своей команды. Его сразу же закрыл Маакай. Да. Задумка была хорошая у массивов, но не получилось. ACLG, здесь, кстати, да, тот момент с Наро, где он убил Эксмити, это было круто. Но тоже этого недостаточно, потому что, как я уже говорил, супермассивы, у них, ну, их сетап, он, ну, нету вариантов здесь четких, да, как они могут его реализовать на более поздних этапах игры. В early game, да, у них сильная связка, есть ли Бланк, есть Люцан, есть Поппи, то есть эти чемпионы могут ловить, эти чемпионы могут убивать достаточно быстро, бурса много и так далее. В Загрейвсом еще вдобавок. То есть, а что делать в более поздних этапах? Тут Афрому бегает, пытается найти его. О, его пытается словить, Эфирил Чейнс не попадает, он Ару идет дальше, здесь Афрому под ускорение, всего Кью, 100 мэч подходит сюда, дается прокаст, коллатерал дэмэдж был использован, заберут все-таки Афрому, но Ару может погибнуть, ему некуда идти, замедление идет с Рэнда, Ару прыгнет ли он обратно, прокаст пошел, здесь Грейвса забирают, ли Бланку тоже, и супермассивы за одну сараку потеряли двух своих игроков, да еще Афрому практически ушел. Афрому выжил, не выжил, а мог выжить на совсем низком здоровье, но чуть не хватило. Дамблдоджи цепляет. Афрон играет по Дамблдоджи, очень много урона проходит по Поппи. Иксмити тем временем бьет по Фабилосу вместе с Хуки. По Фабилос не сможет никак сейчас развернуться, а вот Даршана практически убивает. А о чем? И ультимейт закончился у Маакая, поэтому да. становится гораздо уязвимее. Но супермассив остались втроем, и ни в коем случае не стоит рисковать и недооценивать Калисту, которая могла подойти тоже в этот бой. Да, дела у супермассив идут не очень хорошо. Лебланк Марал Намикон плюс описал. В принципе, закуп неплохой. Фабилос дальше играет по Хухин. Уже подошла Сарака, у которой есть исцеление и экзост, который в сумме позволит этого Фабилоса остановить и, возможно, даже на развороте Азиры убить. Ну, Азира, кстати, отдал свой барьер, что неплохо. Нет, он отдал флеш, барьер у него остался. Афрому вот здесь. Да, кстати, Афрому отъехал бы, если бы цепью попал на Ару. Ультанул хорошо Афром. Здесь вот он не должен был там пытаться кушкой на развороте давать, а просто бежать вперед. Ну, и стомейдж ждал, пока стенка Азира закончится, естественно. Ситуация просто как бы... Ты вроде смотришь, думаешь, жаль, разменяли одного на двоих, и стомейдж тоже отъехал, да, и смотришь эту ситуацию, он стоит перед этой стенкой и понимаешь, что у него опций-то вообще нет никаких. Что ты знаешь о безысходности? Его как бы, знаешь, к стенке поставили да. на расстрел. И жалко, Калисты не было, чтобы расстрелять. Калиста там Нару расстреливал, так что... Ну, и Иксмити справился с задачей. Иксмити, да, он тоже стрелок, кстати. Ну, супермассив вроде держится, но и тут понятно, как бы вот интрига такая прям, да, она... Ну, есть, то очень такая... Это, знаешь, как тот зябкая фильм... такая да, интрига. Как тот фильм, который ты смотришь, такой думаешь... Точнее, как тот фильм, после которого ты говоришь, где-то в середине я понял, что вот он закончится так-то и так-то. И вот здесь ты смотришь уже середину игры и предполагаешь, что, ну, вероятно, CLG победят. Вероятно, убийца Джонни Депп. Почему Джонни Депп именно? Не знаю, вспомнил фильм. Ну, обычно убийца садовник. Ну, да, там так и было, по-моему, нет? Ну, не важно. Не важно. Тем временем CLG... Слишком много сложных... Аналогий с фильмами сегодня да. у нас. CLG работает очень хорошо в нижней части леса. Здесь не дадут вообще возможности супермассивам к Дрейку подойти. Но у супермассив очень важный факт того, что они одного дракона смогли забрать. То есть пятый дракон у CLG откладывается сильно. Эксмити тем временем подставляется здесь под своим ультимейтом. Очень долго живет. Хухи здесь отзонивает 100 мейдж с Дамблдоджем. Эксмити все-таки убивают. И ну, супермассив здесь неплохо разворачивает ситуацию. Если они что-то получат, после этого у Стиксей играет по 100 мейдж очень агрессивно. Рэнд был использован. Здесь вышка, кстати, стоит азировская. Хухи пытается как-то отойти. Стиксей раскидывает свои копья. Дамблдодж играет по Хухи, но это очень агрессивное решение с его стороны. Опасно действует Дамблдодж и платится за это смертью. Один в один размен. Фабилос раз за разом продает свою команду. Он слишком рано ультует, чтобы уйти в безопасную зону. При этом Дамблдодж хочет всегда идти вперед. Когда играет?
Да, Фапабила здесь врывается. Да, пошла вот Ачо, она не нанесла урона практически вообще. Даршан там моментально отсустенил все. И здесь вышка Азира не дает возможности Лебланке зайти с фланга. Это очень крутое решение сейчас от CLG. Прессовать именно в таком положении вышку Т2. И, возможно, у них получится ее забрать. Потому что тут урон от Стиксея, урон от Хухи. Его должно быть достаточно. О, Нару отходит здесь. Даршан в опасности. Стан пошел с W. Нару убивает Маокая. И супермассивы продолжают преследование. Здесь по Стиксею, у которого не все так хорошо, у Хухи практически нет маны, и только Эксмити здесь заряжен по полной, но, к сожалению, супермассивы не заберут здесь ничего, даже вышка не упадет. Нару проверяет, может быть, были кто-то делал в райтов, да. Но райты стоят. Ой-ой-ой. Тем временем Стиксей убивает Люциана. Как-то нелепо вышло, наверняка, мы, уверен, посмотрим реплей, что же там произошло. Потому что ультимейта у Стиксея не было, оба самонера он не тратил. Как будто Люциан шел-шел и напоролся на... Это как та сцена, это как та сцена в кино, когда происходит убийство, но камера уводится. Было слишком жестоко. Да, было слишком жестокое убийство, поэтому решили его не показывать. Тем временем Нару убивает Сараку. Отличный прокаст от Лебланки. Приводит к девятому убийству для Супермассив. Наконец-то он дал прокаст так, как нужно. Попал цепью, и Сарака лопнула. Так. Вот он показывает в повторе. А, ну все понятно. Тут большую часть урона нанес Азир. Ну, просто Азир... в тот момент, когда наперели камеру, настоящий убийца уже растворился в толпе. Да-да-да, как секретный агент. Тем временем появляется Дрейк. Супермассив Дамблдодж здесь один. Остальные супермассив далековато находятся. Стумейдж, что бежит сюда вместе с Лебланкой. Это может быть второй Дрейк для супермассив. Ну, почему бы нет? Теперь драконы Силуджи, видимо, не так сильно интересуют, хотя посражаться за него, не думаю, будут не против. Просто дракон упадет гораздо раньше. Да, здесь ульта пошла от Ачу, не совсем удачный ультимейт с его стороны. Но Папабилос продолжает движение здесь. Стомейдж тем временем отзунивает Стиксея. Дамблдодж может умереть. Стиксей его заберет. Килл один в пользу команды CLG. Но Стомейдж тоже вне позиции. Его тоже убьют. Непонятно, за что здесь дрались Супермассив. Они уже забрали дракона. Зачем им принимать эту драку? Вопрос самый главный. Почему Нару не пришел в бой? У него было... Он стоял за Драгонпитом, и он просто обходил по вражескому лесу. Фабилос играет достаточно неприятно. Его могут заметить еще с Рэнда. Стиксей замедляет Фафабилос, идет преследование дальше, но, конечно, здесь его не убьют. Ох, хорошо уходит, Нару появляется, здесь был Сайленс. Нару попадает в итоге в иммобилайз, но все равно ему удается выжить, уйти. Фафабилос здесь примет на себя удар, и Хухи его забирает. При этом Нару играет по Стиксей, но не так-то проста эта Калиста, тем более под лечением от Афрому. И в итоге это минус 3 у команды Супермассив. И это барон баф, который CLG сейчас себе оформит. Должны. Иксмити, пожалуйста, прыгни через стену. Отлично. Все в порядке. Барон команды Supermassive вряд ли сможет как-то законтеститься. Дамблдодж и Люциан двигаются в сторону этого объекта, но они не успеют. Даже не успеют поставить туда вард. Да. Проблема в том, что когда у команды оппонентов 7-1-4 Калиста, ну, ты не знаешь, вот как это останавливать. Как останавливать Стиксея под Саракой, который бежит на тебя и просто обкидывает тебя копьями. Непонятно, что делать команде Supermassive в такой ситуации. То есть, вот это хороший сайленс, и рут был от... Ну и Афрому хорошо сыграл. Да. Не, Афрому отлично играет на Сараке, то есть здесь он чувствует, понимает, какую ситуацию может, нужно прожать. Тянару. Сайленсом. Точнее, Афрому сайленс просто себе под ноги кинул, Нару уже сам в него полетел. Угу. Наверное, не тот момент, который прям стоит хайлайтить, но все равно Афрому выжил, флешнулся через стену, он пережил все то, что в него пытался залить Нару, и в конечном итоге мы видим преимущество у команды CLG огромное. И сейчас это преимущество станет еще больше. Сарака заканчивает, ну или, в принципе, наверное, у него уже был, если честно, я не упустил момент, когда появился баннер, баннеров команд. И какие есть сплитпушеры у Supermassive? Это Эко и Леблан, у которых магического урона очень много. Да. И давай, им будет убивать, эту телегу супер трудно. Продолжают давить CLG, сейчас по ботлейну идут, но супермассивы все отходят, и им нужно, я не знаю, как им нужно это делать, но им нужно как-то ловить игроков CLG вне позиции. То есть CLG должны как-то ошибиться, чтобы супермассивам удалось их переиграть в драке. Потому что, ну, если CLG будут играть безошибочно, то они доведут эту игру до логического завершения. У них все карты на руках, то есть абсолютно все. И драфт,
пик и ситуация по, и по золотым, и по, по предметам, понятное дело, там, по сейчас усилению барона, то есть по всем фронтам. А что использовать свой тиммейт, лишь бы не дать возможность забрать команде силы GT3 вышку. Народ дает свой прокаст по стиксе, но это вообще не чувствуется. Не почувствовал стиксе вообще, играть подальше, пусть команде Super Massive, CLG почти убивает Дамблдожа, еле уходит это попи, 100 мейдж здесь в опасности, у него остается всего 40% здоровья, Fabulous, ну, чуть-чуть огрызнулся по стиксе, но это толку-то не дало особого. И усиленная тележка, усиленная танкетка идет сейчас по ботлейну, а тем временем CLG направляется на мид, они спокойно снесут вышку Т3 здесь. Лебланк может воспользоваться моментом, чтобы спушить вейв на топе. Об этом CLG знает. CLG понимает, что кто-то сейчас у Super Massive пойдет на топ. Поэтому они спокойно заберут Т3 на миде. И таким образом положение дел для Super Massive становится очень неприятным. Даршан инициирует по Fabulous. Его моментально сносят здесь. Уничтожают, стирают с лица Summoner's Rift, самого главного танка команды Super Massive. И теперь 4 на 5. У Super Massive задача эту Хельмову пать защитить. Но я не уверен, что эта Хельмова пать выстоит. И команда Super Massive, скорее всего, здесь потерпит поражение. Потому что первый Nexus Tower уже потихонечку проседает. Я бы не сказал, что потихонечку. Он супер стремительно проседает. Падает первая вышка Nexus, вторая вышка Nexus тоже будет сейчас уничтожена. Открытый Nexus врывается. Даршан выкидывает троих игроков. Кухей падает на ару. Минус Поппи с Грейвсом. Ачу под своим фонтаном. Его тоже добивают. Это эйс. Пользуй CLG. Трипл. Да, квадрокилл, возможно. По-моему, был трипл все-таки, может быть, даже квадро, да. В пользу Калисты команда CLG зарабатывает еще одну победу. И на этот раз она взяла матч-реванш. Счет 1-1 у Турции и Америки между собой. То есть это была их вторая встреча. И на этот раз CLG не прощают. И показывают, почему это та команда, которая одерживает верх над Кореей. Ну, слишком много какого-то дисбаланса им отдали в этом драфте, а сами набрали такого какого-то прям супер-мега-лайтового чиза. Потому что CLG давали тут моменты супермассивом. За сноуболиться они постоянно заходили в лес, а Киндретка раза два-три уже заходила и умирала. Но все равно CLG тоже лутали киллы, и в итоге вышли чуть-чуть вперед, и стаб просто продавил их. Да. Да, я, пожалуй, соглашусь с Заком. Мне кажется, что тренер тут турецкой команды просто не уследил, потому что и Калисту, и Сараку против CLG как раз-таки в Америке очень-очень часто банили. А тут они смогли получить самые свои комфортные пики. Но дело даже не в комфортных пиках, мне кажется. Дело в том, что они отдали Kindred на фьюз пик команде CLG, отдали им, как ты сказал, Калисту, Сараку, но сами забрали Леблан и Люцена на первой фазе драфта, сразу же показав, на чем они будут играть. Поэтому CLG точно знали, так, у нас не будет виза, там Fabulous, что они могут забрать? Эко. Эко сейчас получается не особо сильный, потому что под него не берут композицию, не строят от него. Севир, судя по всему, команда Super Massive на ней не играет. Что странно. Да. Вот надо было Маукай просто во второй стадии, допустим, да. Лебланка и Маукай, и было бы уже нормально. Ну, а что бы забрали Люцена? Вот ты отвечаешь из реалии. Мне кажется, Люцен, Маукай был бы весьма хорош тоже. Хухи — это как бы неизвестный ассасин плеер. Ну, я не думаю, что он будет во второй фазе драфта. Допустим, когда у тебя Аддекерри играет на Израиле, супер круто, да. Но тут ничего страшного потерять того же Люцана. Да, но при этом и сама идея была забанить Кейтлина, забрать Люцана. Ну да, я думаю, это вот эта задумка была как раз-таки. Ну вот, получите Калисту с Саракой. Получите Калисту с Саракой, да, и все. То есть тут неоднозначная в итоге получилась ситуация. И, опять же, драфт неудачный, на мой взгляд, для турков. Знаешь, бы это, наверное, драфт, одна из редких игр на этом турнире, когда ты смотришь, драфт проигран, и игра должна быть проиграна. Но в предыдущие разы у нас все было не так однозначно. Там какая-то команда выбрасывала игру, еще что-то делала, там затягивалась вплоть до такого, что даже если она и выигрывала, то выигрывала просто там на каком-то диком лаке или на каком-то диком мисплее команды оппонента. Здесь хороший драфт, хорошее исполнение, заслуженная победа. Не к чему придраться. Да, то есть CLG молодцы, две победы в подряд. Да. Также адаптировались уже после поражения от СКТ, от Super Massive вчера. Угу. И пока меня радует. Плюс они выпустили Фабушку. Фабушку. Думали пустить его на физа. Вы, кстати, спорили там насчет этого. Но вообще, в теории, физ как бы чуть-чуть подгнабливает Маукай. Но Маукай сейчас настолько силен, что, да, допустим, вчера физ Фабулоса ничего не сделал Маукай. Да. Маукай выформился, а
при равных, допустим, итемах Маокай в 10 раз полезен, чем тот же Физ. Да, он полезен, но по идее на ранней игре Физ должен Маокая. Тут должна быть уже синергия джанглера. Ну, допустим, да. Если уже так брать, допустим, вы хотите законтрить Маокая, у вас такой подход, да? Возьмите Дариуса, Дариус намного сильнее контрит Маокая. Возьмите Фиору, она его контрит. Возьмите Ирелию, кого-нибудь, ну, можно найти таких прям да. Сильных? У турков всегда есть чизовые пики. Здесь контри-не контри Маокая, но в тимфайтах Маокай слишком полезен. Да. И как да. Будет полезнее тот, ну, тот, как вы реализуете своего Физа или Дариуса, или Фиору. Маокай просто намного легче реализовывается. Им не хватает. Вот здесь в этой игре им не хватило немножко стиля Вейвиктисов такого чизового, когда реально там Вейвиктисы против Хартрена. Я до сих пор помню эту игру. Это, по-моему, LBA был, да? Когда пикнулась Ревенка и Лисин вообще вне меты тогда. По-моему, Ревенка вообще никогда никто не брал ни на одной сцене. Вообще просто тут бах, вылетает Ревенка от Зака, и Креок забирает Лисина, и Хартрену просто рассыпаются против этой связки. Причем там early game у вас не пошел. То есть здесь, если бы турки тоже что-нибудь подобное выкатили, да, какой-то свой вот... потому что Fafabulous, он супер нестандартный топер. И у него наверняка есть в пуле какие-то герои, которые, ну, явно могут... Ну, как вот, например, показывают Аурелиана соло, да, в первой игре против Китая. То есть показывают... Ну, китайцы сами в интервью говорят, что мы не ожидали Аурелиана, мы очень мало против него тренировались, и для нас это был шок. И они по ходу игры пытались к нему адаптироваться. Только уже в позднем мидгейме они поняли, как против него играть. А в начале для них он был вообще непонятен. Ну, опять же, судя по интервью. И стоять линию, вот как раз Ксяо Ху давал интервью, и он сказал, что линию стоять против Аурелиана соло было, ну, нереально трудно. Ну, просто против таких чемпионов тяжело подготовиться, потому что они просто не пикаются вообще. Да. Допустим, тот же Физ, я, не знаю, за последние 100 игр видел его всего один раз, и все. Да, то есть очень редкий, и как раз турки могли вот на этом сыграть немножко, но решили все-таки наигранным сделать, ну, сделать именно по наигранной стратегии, да, то, как они действуют постоянно. Хотя вот как сказал Зак перед игрой, да, Элис, может быть, зашла бы в этой игре для Дамблдоджа. Да. То есть это, наверное, вот... Ты вот очень... Нет, я немножко подошибся. Я думал, что Элис пойдет в лес, но я там уже потом увидел Грейвиса. На саппорта она бы точно не зашла. Ну, лучше бы Поппи. Ну, Поппи... Ну, Поппи... Ну, Элис же... хоть на РНЖ может как-то попытаться словить Сараку. А трэш был открыт. Трэш, да, и они его держали, я не знаю. Мне кажется, Дамблдоги просто хочу. Ой, хочу — это тренер Супермейсива. Это звучит как-то странно. Я хочу Поппи. А Декерри, хочу. Хочу. А, тренер? Да. Он вот. Такой, хочу, я хочу Поппи. А-а-а, вот. Понял. Все, разложили. Разложили. Ну и также я хотел бы еще отметить бан-фазу, баны от CLG, потому что они забанили Барда, они забанили Физа, они Тейфа. Забанили Twisted Fade, и самые комфортные пики у Нару Лиссандра и Лебланка, но у CLG был на это ответ, а по поводу Twisted Fade... Это всем известно, что американские команды не умеют играть против Twisted Fade. То есть TSM банят, Immortals, если не играют, банят, CLG банят. И когда они увидели, что Супермейси сегодня как раз-таки уже играли на Twisted Fade, они такие, не, ребят, спасибо, мы не хотим против этого играть, мы просто избавимся, а то вдруг вы опять его выкатите. И то, что мы говорили уже в начале дня, что вчера Супермейси выиграли свою игру, потому что им достались их самые наигранные пики и самые комфортные. И Тони, тренер... Как раз таки CLG просто решил, да, вот они выпустили Фабиуса, все, баним Физа, баним Барда и вперед играть. Да. То есть тут, ну, реально бан-фаза была очень грамотная от CLG. Да. Они четко рассчитали, что им нужно сделать, и, ну, по полочкам сами себе все разобрали и грамотно отыграли матч. Да, молодцы. Молодцы, CLG. Хорошо. А выступают вообще в целом на Mid-Season Invitational, то есть они подкрепляют свои результаты, которые они, ну, заслужили там в предыдущие дни. Им осталось только выиграть Китай. То есть тогда, вот если CLG выигрывают Китай, то они, в принципе, можно сказать, что, ну, успеха достигли на турнире. Вот. Ну, в плей-офф, конечно, тоже желательно им выиграть, но уже они попали в топ-4, уже их команда, ну, получает этот первый сид, да, на Worlds, ну, и регион, точнее, NA. Вот. И это, естественно, большой плюс. Ну что ж, дорогие дамы и господа, мы уходим на небольшой перерыв, после которого нас ждет последняя игра сегодняшнего дня Mid-Season Invitational. Никуда не переключайтесь.